Что жизнь человека первая пройдет, несмотря ни на что. То есть так же, как вы родились, вы все равно умрете. Есть у вас квартира или нету, плохо вам или хорошо, вы все равно эту жизнь проживете. Умирая же, вы будете воспоминать только либо что-то хорошее, либо что-то плохое. Это в зависимости от того и третье, насколько мы ориентированы на того, чтобы испытывать состояние радости или испытывать состояние удовольствия. И мы можем испытывать состояние страдания в случае, если мы оказываемся в историях, которые мы тянем в середине себя о себе, в середине своей семьи, рядом с теми людьми, при помощи этой истории, не давая этим людям все-таки возможности как-то измениться, и при помощи тех историй, которые есть во внешнем мире, которые не дают ни нам поменяться, ни тем людям, которые вокруг нас измениться. Если есть история, то люди не могут измениться, но они не могут измениться не только в худшую сторону, но и в лучшую не могут.